Чувашии сохраняется стабильная эпизоотическая обстановка. Чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний, ветеринары продолжают вакцинацию животных. За 2 месяца этого года против бешенства привили 46 тысяч животных. Идет мониторинг по африканской чуме свиней. Все проведенные анализы отрицательные. Против сибирской язвы привили 35 тысяч животных. Продолжаются работы по ликвидации 8 очагов лейкоза крупного рогатого скота. На особом контроле бездомные животные. По данным госветслужбы, в республике 3800 бродячих собак. Предстоит работа на 2020 год. Это создание приютов во всех муниципальных образованиях. У нас в настоящее время работает приют в городе Чебоксары. Работает неплохо, я бы сказал. Работают волонтеры. За прошлый год было отловлено и приустроено в этом приюте 393 собаки. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил провести дополнительные проверки, чтобы не допустить вспышек инфекции. Другая тема – реализация домашней птицы. В прошлом году впервые зарегистрировали случаи заболевания гриппом. Одна из причин – нелегальная реализация продукции. Такое не должно повториться, отметил Михаил Игнатьев. Каждый сельчанин должен иметь разрешение госветслужбы и торговать только на разрешенных площадках. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.